Друзья, приветствую всех. Сегодня мы разблокируем LG Explorer. Для этого вам понадобится подсоединиться к Wi-Fi сети. Я сейчас вам покажу, что телефон привязан к аккаунту. Вот. Подключаем к Wi-Fi сети и выходим в главную страницу, нажимаем на кнопку громкость вверх-вниз одновременно, чтобы включить режим инвалида, или двумя пальцами тапаем на экран. Вот включился режим инвалида. После этого выбираем ОК. И на дисплее проводим как английское L, чтобы зайти настройки. Выбираем пункт 3 снизу и также тапаем кнопки вверх-вниз одновременно, чтобы отключить этот режим инвалида. После этого идем вниз, выбираем пункт Help Feedback, Send Feedback, тапаем на текст, который синенький, и попадаем в строку браузера. Там набираем все, что угодно. Например, тест. И у нас выходит варианты от поисковика. Нам нужен кусочек текста, мы ее выделяем, выскакивает у нас вопросы, там копировать, вставить, и там на троеточие нажимаем и выбираем пункт Assist и попадаем в поисковик Google. Здесь мы пишем, например, служба спасения. Нам нужен любой телефонный номер, чтобы сделать звонок. Вот. У нас вышли несколько вариантов номеров службы спасения. Нажимаем на вот этот значочек и попадаем в тональный режим. Здесь мы набираем звездочка, решетка, 54, 63, 68, решетка, звездочка, 220, решетка, и попадаем в меню телефона, сервисное меню, где выбираем строку SVC меню и LDB выбираем и галочку ставим на USB и галочку ставим на USB, короче. После этого подсоединяем наш смартфон к ноутбуку или к компьютеру. Если выходит вопросительное окно, нажимаем ОК. И на ноутбуке запускаем FastBoot. Где оно и как запускается, я вам скину, этот FastBoot будет в описании. И что надо ввести, тоже будет в описании. Или ссылку дам, или напишу, что надо ввести. В первой строке вы вводите ADB девиз, нажимаете Enter в режиме FastBoot, и во второй строке вот то, что тут написано, тоже вводите и нажимаете Enter. И на этом телефон должен отвязаться от Google.
и он уже будет функционировать нормально. На этом все, друзья мои. Всего хорошего. Увидимся.